покончил. Примирился. А обвиняем он что такое? Мы объявим это. Если он президентом, я буду обращение к стране. Я скажу, или вы возвращаетесь к нормальной жизни, но если вы остаетесь в бандах, а сегодня в бандах 3 миллиона, если эти банды не распускаются, вы продолжаете грабить вагоны, квартирные кражи, угонять автомобили, фальшивые деньги, то я предупреждаю вас, что у вас будет вариант уничтожить национальные бандитские группировки. Не хотите уехать, не хотите легализовать свой бизнес, то есть пойти в госзнак работать, нормальные деньги выпускать, а не фальшивые. Там остается пятый вариант. Зона. Я отправляю вас далеко, подальше, на юг, ну, приблизительно Средняя Азия. И там вы свободны. Вот там Новая Америка. Делайте, что хотите, но не шагу в Россию. Шестое – уголовная репрессия. То есть срок от 10, 15, 25 лет. Я противник смертной казни. Это легко. Пошел в камеру, пуля в затылок и все. Нет. 15 лет в одиночке. И будешь писать письма. Простите, убейте меня. Не могу. Убейте меня, уничтожьте. Я не могу уже. 8-й год. 9-й, 10-й. Больше 15 ни один не выдерживает. 15 лет в одиночке – это смерть.